Гляньте, какие замолоди. Что это такое, Кристин, ты знаешь? Вот в этом холодильнике что это? За 5 евриков, а? Не знаю. Тамарин. Тамарин бы. Тамаринды, короче, мы даже не знаем, что такое это. Ну, выбор хороший. Разные сырочки тут, яички. Вон яйца вот эти маринованные, как я делал, Кристин, в своем соусе. Видела? Уже готовые продаются. Прикольно. А вон или они полосатики тут есть даже, прикинь. Полосатики 5 евро 100 грамм. Пачечка такая. Покажи, а вон. Ну посмотри. Ну похоже. Да. Похоже. А вот, ну вон еще какая-то там рыба нарисована. Ну прикольно, короче, что я вам могу сказать. Вон эти тоже, видите. Как они там, отростки или что это, почем? 3 евро килограмм. Кристин, ты видела, какая дешевая цена? Ну, а вот эти, на отростки, 3 евро килограмм. Я знаю. Чесночок китайский. Чай азиатский. Так, ну, а тут погнали тоже разные прибамбасики такие. А я вам вот такой обзорчик сделаю. Кто любит такую кухню, ну, находится магазин в Билефельде. В самом центре, возле Ратхауса. А он тоже, гляньте, да? Ну, понятно, вот это. Это, короче, как-то так.